Эти партнеры уже не в первый раз выясняют, кто же лучший в волейболе. На каждый забитый находкинской сборной мяч северокорейские спортсмены отвечали с удвоенной силой. У нас на родине спорт вообще у нас очень поощряется, поэтому у нас весь народ занимается спортом. Поэтому здесь тоже мы, наши сотрудники генконсульства, занимаемся спортом. Но все же в этот раз муниципальным служащим удалось одержать победу над дипломатами. Финальный счет после трех партий – 2-1 в пользу команды администрации Находки, что получилось очень дипломатично. Команда города Находки администрации ушла от ошибки прошлой игры, когда мы проиграли. И в этот раз мы выиграли, тем самым дав повод севернокорейским друзьям потренироваться и учить свои ошибки. Взять реванш сотрудники Генерального консульства КНДР пообещали уже при следующей встрече. Яна Романюк, Евгений Малюга, «Панорама».